У Степы. Так. Здорово. Вот он, Степан. Привет. Дима. Можно к тебе в домик? Да, конечно. Зайдем в домик к Степе. Вот у него такой огромный домик. А, тут у него есть коврик. Вот тут вот, вот он. Коврик. В стиле пляжа, потому что он обожает пляж. Очень много наполнителя, чтобы с ним делал свои дела. Не клетка, а пачка, а наполнитель. Ну, короче, вот. Вот еще тут коврик. Он обожает тут отдыхать. Пройдемте. Вот тут Степан сидит. Коврик тут. Вот он тут отдыхает. Вот тут вот сидит. Вам привет, кстати, от Степашки, да, Степа? Вам привет! Вот он тут сидит, Степан. Степ, можно тебе на второй этаж подняться? Конечно! Поднимаемся на второй этаж. Порядки, Степа. Раз, два, три, четыре. Оп! И мы на втором этаже. Тут у него есть сеница. Вот он тут сел и живет. Степа, кстати, что-то уже делать собрался, я так понял. Сеница тут у него. Вот он тут сидит. Так, давайте пройдем сюда. Вот тут у него корм находится. Самый настоящий, что ни на есть. Так, теперь давайте проберемся к нему в гамак. А, стойте, я вам еще кое-что не показал. У него тут есть питьевая бутылочка, с которой он пьет. Теперь пойдемте на гамак. Оп, оп. Вот такой вот тут мягкий гамак. Огромный мягкий гамак. Он тут очень любит отдыхать. Он, кстати, висит на крючках, он подвесной. И никак не приделан к клетке, он именно на крючках висит. Так, теперь давайте пойдем обратно к Степе в домик. Вот он тут уже обратно убежал. Сидит тут, моется на коврике. Нюхает что-то. Вот, короче. Ну вот. Такая вот клетка у Степы. Вот. Степанычем внутри. Вам привет, у меня большой, очень большой, большой. Привет, большой, большой привет. Спасибо за то, что посмотрели мою клетку. Речь вам была интересная. Пока.